Здравствуйте, ребята! Вы на канале Ассорти. Сегодня почитаем сказку «Петух и собака». Давным-давно жили старик со старухой, и были у них скотинки, всей животинки, одна старая собака да старый петух. Однажды старик говорит: «Давай-ка, старуха, петуха продадим». А старуха: «Да что за него старого дадут-то? Давай-ка его лучше зарежем и съедим». Услыхал петух, что старик со старухой хотят его зарезать, испугался. Прибежал к собаке и все ей рассказал. Собака говорит петуху: «Ну, Петя-петушок, давай-ка в лес уйдем. Житье здесь плохое, хуже уже не будет». Рано утром ушли они со двора в лес. Шли целый день. К ночи подошли к лесу, ночевать надумали на дереве. Выбрали большой дуб. Ребята, поставьте лайк, кому нравится эта сказка. Петух залетел на сук, а собака забралась в дупло. Тут и заночевали. Утром, как только занялась заря, петух запел: «Кукареку, кукареку, на суку сижу, во все стороны гляжу». Разливается петушок, поет, по всему лесу раздается его песня.